Приветствую вас, друзья! Потихонечку начинаю входить в тренировочный режим. Как вы, наверное, знаете, в октябре сломал ногу, катаясь на скейте. И сейчас вот уже почти полгода прошло, период восстановления прошел, и можно начинать потихонечку, очень аккуратненько нагружать ногу. Перелом малоберцовый и разрыв дельтовидной связки. Неприятная вещь, хочу вам сказать. Раньше думал, что перелом — это всего лишь слово. А сейчас знаю, что это, сука, неприятно и даже больно. Ну что, будем бороться, развиваться и прибавлять. Дмитрий Клоков, как вы догадываетесь, составил программку. Вот, а это мои штучки, которые я потребляю перед тренировочкой. Это для жиросжигания, как вы уже поняли. Жиры надо гонять. Жиры надо гонять. Некоторые говорят, карнитин работает, некоторые говорят, не работает. Но главное верить. Если верить, что работает, то обязательно сработает. Ну, естественно, не жрать. И пора добавить немного кардио. Но я буду тренироваться и в таком режиме качковском через день, и через день буду штангочку поднимать. Протяжка рывковая, два жима, два приседания со штангой над головой. Первое упражнение, потом будет рывок с медленной тягой. За 5 секунд нужно добраться до колен, а потом сделать рывок в сет. Ну так, ногу ощущаю, и сет получается не глубокий, амплитуда не полная. Нужно продолжать разрабатывать голеностоп. Пять подходов по одному повторению. С непривычки так спинку сводит, закачивается, чувствуется. А Юрец сейчас на сборах на филях в училище Олимпийского резерва. И вчера рвал 50 на 3 раза. У меня пока 60 на 1. Следующее движение — медленная рывковая тяга, такая наркоманская. Почему, говорит, свет так медленно гаснет? Да это потому, что ты так медленно на кнопку нажимаешь. Уже подутомился. Здесь тренер сказал стопу чувствовать и загружать широчайшие. То есть плечи чуть назад, чувствовать широчайшие и колени в стороны. И девочкам на заметку хочу сказать, что ягодицы очень сильно работают. Так что можете себе
зад прокачать. Трап рывковым хватом, заключительное движение. Давно не делал, не чувствую. Ну, дай бог, сейчас тренеру отправлю, посмотрит, скажет, что не так. Ну, матернется, как всегда. Ну да ладно, так мне и надо. Спасибо, друзья, удачи, счастья, добра, всего самого хорошего. Пока!